Друзья, срочное сообщение. Посмотрите, вот оно, как выглядят химтрейлы. Вот он, летит самолет. Посмотрите, какой у него прерывистый след. А я вам сейчас покажу. Я взял ручку. Откуда они сыпят свою гадость? Видите, идет след. И он то есть, то нет. Вот видите, вот, вот самолет, вот он. Вот он, демон. И вот дальше за ним идет линия. А дальше чпок, нет. А дальше чпок, есть. А дальше чпок, нет. Как такое бывает? Это он то сыпет, то не сыпет? Как вы думаете? Вот. Интересно это очень. А дальше посмотрите, что творится. Дальше вон у одного вообще какой кривой след. А еще висят какие-то странные летающие тарелки. Там вообще насыпали этой химии. Ужас, 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 сколько. И вот здесь какая хитрая дымка. Вот откуда эта дымка взялась? Это вот эта химия, которую рассыпали, вниз уходит? А? Кто скажет? Кто откроет правду миру? Друзья, я всегда издеваюсь над этими химтрейщиками, потому что более странных людей не замечал. Сейчас в атмосфере два явления. Первое – это волновое. То есть атмосфера раскачивается из-за сильного ветра. Ветер дует со скоростью 47 км в час. И, собственно, мы сейчас набираем на планере в атмосферной волне. За счет того, что горка, которая находится перед нами, вот она называется Апотр. За Апотром воздух падает вниз, отражается, отскакивает. И дальше создает как раз необходимую нам волну. И вот эта раскачка атмосферы, она идет до больших высот. И конденсационные следы от самолетов, они тоже чуть выше идут, чуть ниже. То есть почему образуется этот след? Ну потому что, когда он образуется? Потому что достаточно много влаги в верхних слоях атмосферы. И конденсация происходит. А вот здесь это, ну это собственно обычно все быстро испаряется. Но в данном случае, как вы видите, нету за самолета. Вот, кстати, самолет летит, а следа нет. Ну-ка давайте, а я вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Летит как раз между вот пальцем, вот где-то здесь он. Только не фокусируется, зараза. На фонаре фокусируется все. Не везет мне. Ну-ка сейчас сфокусируем так. Может, вытянет экран. Летит самолет. Действительно, смотрите, даже мне удивительно, почему нет за ним следа. А? Кто скажет? Кто откроет правду миру? Максимальное у меня увеличение. О, а видите, зажегся след. Не было, и раз. Вот включил он свой вентилятор. Выкидывает. Выкидывает как раз то, чем его зарядили. Да, скажут товарищи, сторонники теории заговоров и химтрейлерного распыления. Но вот действительно прям очень ярко видно. Прям вы видели все, как происходит. Так вот, это все никакая не теория заговоров, не, так сказать, распыление химических веществ в атмосфере коронавируса, а просто обычная физика, потому что атмосфера сейчас таким образом устроена, что в ней много влаги наверху, и она раскачивается. Из-за этого образуются вот эти все линзы. Вот линзы, это на переднем фронте этой линзы воздух поднимается, охлаждается, происходит конденсация пара, который находится в воздухе. Дальше за линзой воздух опускается вниз, и все тает. Вот проще простого, не нужно искать вот эту вот всякую фигню там, где ее нет. А дымка, которую вы сейчас наблюдаете, это дым с Канады. В Канаде горят леса, и вот во Францию перетащило через океан все это счастье. У нас несколько дней был мощнейший такой смог. То есть дымом это, конечно, уже и не пахнет, но очень занятно. А между тем нам надо возвращаться в волну. Я хочу сделать длинный ролик про вот эти вот всякие химтрейлы. Я уже насобирал кучу материала, и, наверное, вот этот конкретно, вот эта съемка, она получилась самой такой яркой. Действительно удалось заснять самолет, когда он шел без следа, потому что в атмосфере атмосфера была сухая, и все это мгновенно испарялось. А потом раз, бац, появился след. Это значит, что атмосфера достаточно влажная, и конденсация происходит. Если кто это не понимает, как это получается, я советую открыть учебник физики за какой-нибудь класс, так это к 6-7, и немножечко почитать повнимательнее. И тогда вы узнаете, что и Земля, в принципе, не плоская,
округлое, еще что-нибудь, и коронавирус на вас не распыляли с самолетов. То есть, вот, мне кажется, наличие интернета породило вот этих сказочных дятлов, которые сделали огромные каналы на тему, вот какая плоская земля, или, допустим, вот эти химтрейлы, еще что-нибудь. И ведь находятся люди, которые там, да, рептилоиды правят миром. И вот это все теория заговоров, там, да, мы все умрем. И тратят время своей жизни на эту пургу. Поэтому я с высоты 3300 метров передаю большой привет им и советую все-таки взять и немножечко получить физику. Глядишь, и расхочется верить в химтрейлы и прочую чушь. А всем остальным разумным людям тоже передаю большой привет. До наших будущих позитивных роликов. Эгегей. Ну и напоследочек я вам покажу Монблан. Вот он, смотрите, до него 180 километров. Вот он. Слушай, а, кстати, насколько же хорошо он виден, а? Друзья, я в восторге просто. Мы поднялись над вот этим слоем пыльного воздуха. Действительно, Монблан виден феноменально. С дистанции 180 километров. Ну вот, и говорите после этого, что земля плоская. Это просто праздник какой-то, вот, с учетом вот этих всех. Вот плоская, это у нас, мы вышли над инверсией, вышли в тот слой воздуха, воздух пыльный остался внизу, откуда, собственно, видимость открылась шикарная. Вот, потрясающая видимость сейчас, потому что мы уже выше пыльной атмосферы, где остался дым от сгоревшего в Канаде леса. Ну, на другой стороне плоской земли, конечно, да. Ой, невероятно. А ты что скажешь про плоскую землю? И типа трейл и так далее. Да. Ты слышал вообще про это все? Я сначала услышал про плоскую землю, а потом услышал... Плоская земля, я знаю, есть какие-то наркоманы, которые, да, действительно... Там какой-то это... Они говорят, что в Антарктиду, если приплыть, бежать, то тебя там отстрелят сразу. Какая-то ледяная стена, какая-то там все на подпорках каких-то. И в Антарктиду не пускают. Да. Там ледяной купол какой-то. 10 тысяч евро и ты на деньги в Антарктиде. Ну, я знаю, но вот люди говорят, что это все выдумки, что... И в космос никто не летал, это все снимают. И вот... Все врут, да? Да, даже есть такой певец, Юрий Лоза, который даже снимает ролики на эту тему. Серьезно? Да, ты не поверишь, я увидел, я плакал. Лоза топит за то, что земля, да, плоская? Именно, вот это невероятно, но вот, знаешь, до какого уровня дебилизма это все доходит. Ну, это, ну ты... Ну нет, не смущает, и в космос никто не летал. Он говорит, что ракеты, они так вот... по настильной траектории. Так, слушай, а химтрейлы, вот про это я не знала, что люди думают, что это... Да, люди думают, что это распыли... Вот, вот видишь, вот эти черточки на небе, это летит самолет, да, и с него дальше выпрыскивают гадость, которая там увеличивает температуру в атмосфере, или, допустим, распыляют какие-то вирусы свеженькие, там, чтобы все заболели, умерли. Вот, и видишь, у них вот это вот прерывистое, это значит топливо, фу, топливо, перезаряжали, перезаряжали, да. Да. Невероятно, я сам в этом все, ну, я не верил, что такие... А они приходят к тебе в комментарии? Конечно, эти, вот сейчас ролик этот прям выложим, я думаю, что набежит этих... Серьезно? Да, вот можешь им привет передавать, да, влево посмотри. Дай привет. Привет. Последователь плоской земли. Ну, мы знатно поржали, я думаю, достаточно. А то тоже люди обидятся. А ведь они искренне верят в это все. Ой. Все, друзья, прямо сейчас поставлю с воздуха загрузку. Будет видео у вас. Поржем. Эгегей! Петлю еще сделаем быстренько, чтобы поняли, что земля не плоская. Готово? Да, напоследок петля с видом на Монблан. Это же, друзья, кстати, закон аэродинамики, вот вы сейчас наблюдаете. Оп. Планер разгоняется до 200 км в час, мотора у нас нету. Воет не турбина, а ветер за бортом. И в
когда в раз вот так идет, шпунь, и планер переворачивается в воздухе, видите, оп, и летит дальше. И почему-то вода не выливается из бутылки. О, а тут как раз крест образовался. Посмотрите, до чего эти дошли уже эти химтрейлеры, пока мы тут петли крутим. Да они вообще уже. Ты посмотри, что творится. Кошмар. Сеточку делают. Сеточку делают, чтобы точно они нас засекли и пытаются на нас так распылить, чтобы нас засыпать в этом планере, чтобы мы не рассказали правду о рептилоидах и прочей хрени. Все, друзья. На петле с вами скажу вам пока-пока и на этом закончим. Готово? Да. Эх! До новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта! Привет любителям плоской земли и химтрейлов. Ой, невероятно. Бери ручку. На 180 пройдись.